Добрый день всем. Привет, Буян. Ребята, вы знаете, что 6 июня день рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня мы прочтем его сказку, одну из многих, которая называется «Сказка о попе и о работнике его балде». Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не знаю куда. «Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался?» Поп ему в ответ: «Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого?» Балда говорит: «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу». Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк, щелку ведь рось. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде: «Ладно, не будем нам обоим накладно, поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье». Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7, досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полос вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на балде лишь и печалится, попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время идет и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается: «Так и так, что делать остается?» Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит: «Знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не вмочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь». Стал на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: «Падик сюда, верный мой работник балда, слушай. Платить обязались черти, мне оброк, по самой моей смерти. Лучшего б не надо дохода, да есть на них недоимка за 3 года. Как наешься ты свои полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный». Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. «Зачем ты, балда, к нам залез?» «Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить». Беса старого взяла тут унылость. «Скажи, за что такая немилость?» «Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже мне нам будет потеха, вам, собакам, великая помеха». «Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука». Балда мыслит: «Этого провести не штука». Вынырнул подосланный бесенок, замяукал он, как голодный котенок. «Здравствуй, балда, мужичок! Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми. Да с уговору, с общего нашего приговору, чтобы впредь не было никому горя. Кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем там приготовят мешок». Засмеялся балда лукаво: «Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною, с самим балдою? Экого послали супостата, подожди-ка, моего меньшого брата». Пошел балда в ближний лесок, поймал 2 зайков да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши 1 зайку. «Попляши-ка ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабененек. Это было бы лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. 1, 2, 3, догоняй-ка».
Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок, до дому. Вот море кругом обежавши, высунув язык, мордку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь. Весь мокрешенек лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел. На братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда». Старый бес стал тут думать думу, а балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось. Вылез бесенок. «Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк, только слушай, видишь, ты палку эту выбери себе любую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?» «Да жду вон этой тучки, зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку». Испугался бесенок, да и к деду. Рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок. «Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь». «Нет, — говорит балда, — теперь моя череда, условия сам назначу. Задам тебе, враженок, задачу, посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, вон там сивая кобыла. Кобылу подыми-ка ты, да неси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой». Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу до два шага, шагнул на третьем, упал, ножки протянул. А балда ему: «Глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног». Сел балда на кобылу верхом, да версту проскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду. Пошел рассказывать про такую победу. Черти стали в кружок, делать нечего, собрали полный оброк. Да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает. За попадью прячется, со стряху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. А с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Вот такая сказочка, вот такой урок от Александра Сергеевича Пушкина.